Я открою. А я думал, что Джонни в Палермо. Это Джонни Камарери. Лоретта? Ронни. Ты пришел со мной помириться? Да. Но... наверное, ты не захочешь. Почему не захочу? Джонни, твоя мама была при смерти, как она поправилась? Я сказал маме, что мы собираемся пожениться, а она тут же выздоровела. Не сомневаюсь. Это было чудо. Замечательно, да, это было чудо. Джонни, я должна тебе кое-что сказать. Я должен кое-что тебе сказать. Только наедине. Мне важно, чтобы моя семья была рядом. Лоретта. Я не могу взять тебя в жены. Что? Если я на тебе женюсь, моя мама умрет. Что ты несешь? Мы ведь помолвлены. Лоретта, о чем ты? Я говорю об обещании. Он сделал мне предложение. Потому что тогда моя мама умирала, а сейчас нет. Джонни, тебе 42. Она по-прежнему учит тебя жить. А ты сын, не любящий собственную мать. Ты просто обманщик. У меня кольцо на пальце. Я вынужден попросить его обратно. Ну ладно. Помолвка отменяется. Со временем ты поймешь, что это к лучшему. Со временем ты умрешь, и я приду на твои похороны в красном платье. Лоретта. Что? Ты выйдешь за меня? Что? А где кольцо? Джонни. Можно я позаимствую кольцо? Спасибо. Лоретта Кастарини. Ты выйдешь за меня замуж? Да, Ронни. Перед лицом всех этих людей я согласна выйти за тебя замуж. Ты любишь его, Лоретта? Да, мама. До безумия. Вот это плохо. Она меня любит. Что с тобой, отец? Я запутался. Превосходно. Дело в том, что ты...